Привет, с вами Мигас, на дворе 9 мая, самое время пойти кого-нибудь на День Победы победить. Пусть даже и в Last of Us. В конце прошлой серии Элли попала в беду, хотя делала все правильно. Странно, я видел, что на заставке, когда Элли приносила ему лекарство, Джоэл лежал посреди комнаты на своем матрасе. А теперь матрас оказался у стены. Здоровье у Джоэла не то, мой джойстик оранжевый. Значит, что здоровье у него тоже оранжевое. Да, хороший спаситель. Даже, где же ты? Даже 100 метров пройти не может. Где же ты? Я увела бандитов за собой. Завтрак на плите. Подпись Элли. Так, тут вообще что-нибудь есть? Она мне что-нибудь оставила? Корыто со льдом? О-о-о. Кому-то пора вызвать кровельщиков. А, вот и записка, да? Нет, это тряпка. Эмблемка тряпки очень похожа на эмблемку записки в этой игре. Я постоянно их путаю. Так, ну чё тут, чё за погода на улице? Ууу, холодина ебаная, не, я её летом спасу, пожалуй. Пойдём в спячку. Бля, вот ему, наверное, кайфово, я просто вообще тут... С утречка бывало, помню, на работу встаёшь, а тебе там целый день зимой на улице, там где-нибудь крышу какую-нибудь мандить очередную. И такое настроение суицидальное, что просто... Элли! Куда она убежала? Что просто капец, а у главного героя еще и штырь в животе побывал размером с член бывалого негра. И ничего, смотрите, по морозу с утречка пробежечка и сейчас. Против ветра, 5 километров, а вот какой-то коричневый черкаш. Ну тут одно из двух, либо собака жопу об снег чесала, либо это чья-то кровушка. Но как-то уж больно много, Нет, это какой-то мусор что ли. Это не кровь, это не следы, что это такое вообще? Блять, она что, не всех убила, что ли? Ау! Ау, блять, я и так ранен! Да хватит! О, камон! Ладно, подавитесь, ублюдки, надо сначала начинать. Я думал, что они Элли схватят. Ну, я думал, что она их увела за собой, но, видимо, нет. Вот это было по нежданечку. Хожу себе, шутки шучу, а тут херак. Да, блядь, ну дайте добежать-то до укрытия-то, ёбаный насрал, блядь, да кто эту игру делал-то, ёб твою мать. Бля, пиздец полный, нахуй. Я в шоке, блядь. Сука, дали, блядь, героя-инвалида. Еще и на полдороге к укрытию, блядь, бандосы выбегают. Пизда какая-то, ёб твою мать. Смотрите, смотрите, я до машины не успеваю. Нет, успел, чудо расчудесное. Что у меня там есть-то? Ебать. Ничего у меня нет. Где она? Вон там. Вот где она? Вот там. Блять, пиздец полный. Как охуенно воевать с луком. Наверное, именно поэтому лучников больше нет в нашей армии, блять. Потому что такая тупая хуйня, блять. Вылезать с этим ёбаным луком, когда по тебе стреляют. Блять, из пушек. Это пиздец как классно придумано. Отсоси, блять, хуй у мертвой лошади, гандон. Заебись вообще. Вот это момент, блядь, охуенно. Режиссеру, блядь, 10 Оскаров. Где она? А сценаристу поебалу, блядь. Интересно, Элли, когда охотиться пошла, неужели не забрала у Джоэла все оружие? Он так и лежал с огнеметом на спине, что ли? Куда, суки, вы, блядь, собрались? Пиф-паф, блядь, ты убит, мазафака. Ну, камон, блядь, никаких патронов нету. Сука, завалю из лука, падлу.
Ну где индикатор-то, блядь, я куда целюсь? И хуй там. Угу. Что это сейчас за телепортация произошла какая-то? Куда это привидение испарилось? Блять! Опять черномазый слился с темнотой. Бульк! С каким сочным чвяканьем ему в пачку зашла стрела. Теперь заметьте, что они убегают от Джоэла, убегают от чувака, у которого ни патронов, ни здоровья, ничего нет. Какой у него печальный взгляд. Такое ощущение, что это на съемках фильма актер, задержавший дыхание, дабы сыграть какой-нибудь труп, уже лежит, блядь, посиневший, думает, когда же этот дубль закончится. Кстати, блядь, я каждый раз во время таких сцен приглядываюсь и вижу, как, сука, они дышат. Даже можете посмотреть серию, где Джон Сноу на столе лежит. Видно, как он там пару раз пытается подышать беспалевно. Самый эпик был, это, конечно, в фильме «Чистилище» в нашем отечественном про Чеченскую войну. Когда танкиста покалеченного уже там все мертвого с креста сняли и несут. Он там беспалевно пару раз моргнул. Ну правильно, зачем переснимать такие дубли? Пленка в 90-х была дорогая. А, странно. Я убил его стрелой, но стрела отскочила. Видимо, я ему стрелой по лбу уебал, и он в нокауте просто лежит. А очки-то еще какие модные надел, ты посмотри. И глаза прикрыл перед смертью. Чтобы было более драматично. Ух ты, блядь! А, ебаный в рот! Сука! Блять, эти рейперы совсем охренели. Чтоб прицелиться. Куда прицелиться? Он стоит. На нахуй. О, нет, это снег. Интересно, Джоэл в армии-то служил? Откуда у него такие навыки недушные? В плане стрельбы, в плане прокачки пушек. Чё этому, блядь, в кружке американских бойскаутов учат, что ли? Тоже, кстати, интересно. Американские бойскауты, походу, это наши советские пионеры, практически, видимо. Так, ну что? Блядь, нет у меня ни дробовика, ни залуповика, вообще ничего нет. О, банка целебных. Что это, кстати, такое? Да, что он жрет? Давайте посмотрим. Фасоль. Нет, мясо чего? Гранд. Граунд биф. Барбекю. Ёпта, он барбекю жрет. Консервированное барбекю? Гранд бифштекс? Я-я, рашен тушенка. Да, если бы он попытался полечиться рашен тушенкой, которую, как многие уверены, бычьи залупы перемалывают с хвостами, с коровьями. Я думаю, что Джоэл сдох бы здесь на месте. Без всякого лечения. Бля, мне уже тряпки некуда подбирать. В этой игре вот как-то дисбаланс в плане лута, что тряпок до хера, а алкоголя ни хера. И что они думают, что я... Блядь, ну вообще, сука. А тряпки, походу, только для коктейлей Молотова и нужны. Я даже не помню, в аптечку входит. Ну, наверное, входит, кстати. Ну-ка. Да, и в аптечку. Странно, что у коктейля Молотова, блядь, и аптечки, и рецепт крафта, в общем-то, одинаковый. Темень какая-то, вот такие сумерки в игре неприятные на самом деле. Темновато немножко не смотрится. Попался, гад! Кончай его! Ну давай, расскажи мне, как раненый Джоэл сейчас еще и в рукопашную. А, ну да. Удар по орешкам — это верный способ. Пойдешь со мной. Куда? Он с тобой. Я тебя урою.
Да-да, урыл уже. После такого удара по яйцам он должен голосом Микки Мауса разговаривать. Пусти! Я тебя урою! Урою, сок твою мать! Что ты сделал с моими яйцами? Так. Девочка, она жива? Девочка? Какая еще девочка? Ханна Монтана, блядь! Какая еще девочка? Я тебе сейчас колено вышибу. Девочка. Она жива. Дэвиду приглянулась. А, вот оно, лекарство от склероза. Нож в ногу. В городе. В городе. Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другое место. Метку. Она там. Можешь проверить. А его дружок, блядь, на карте, когда ты ему под нос сунешь, его метку не увидит, что ли? Тем более, что он сидит у стены и все слышит. Ты охренел! Он все тебе сказал! Я буду молчать. Ну, молчи. Я ему верю. Я буду молчать. Доброе утро. Видимо, Элли ела хот-доги с соусом, да? Ну, хватит! Прекрати! Ой-ой-ой. Я говорил? Я заражена! Заражена! Да ну! И ты тоже. Не веришь? Задери рукав. Ну, смотри. А, она же его укусила. За палец. Или что она сделала? А он-то что заражен? Как говоришь, случайностей не бывает. Что это такое? Было бы классно, если бы он венерическое что-то подхватило мне от нее. А, она ему пиздела. Вот она что, хитрожопая. Все, Дэвиду она больше не нравится. Почему в нее стреляет? А зачем они едят людей, если у них вон туша какая-то оленячая висит целая? Люди это все-таки, ну, крайний случай уже, наверное, нет? Что за фигня тут творится? Косой! Элли, ну куда же ты? Я лучше с Майклом Джексоном играть пойду, мне пошел. Мне нужна пушка. Да, пушка. Что у них тут пушки, блядь? На каждом шагу лежат, пушка тебе нужна. Радуйся, что я ножик смогу. Валялся. А, вот, можно забинтоваться. Я не думал, что она сама, честно говоря, вырвется. Я думал, что Джоэл сюда придет. И чё он за ней не гонится? Смотрите, он сюда добежать мог за минуту. Тут были выстрелы. Вы что, глухие, что ли? Выстрелы были дальше по улице. Зараженная. Что? Девчонка сбежала, она заражена. Дэвид, это плохо. Так. Дэвид, это плохо. Плохо будет, когда сюда Джоэл придет с огнеметом. Он вашим сраком, блядь, инквизицию устроит. Ну где ты, соплячка? Сука, у них тут кроме пустых бутылок вообще что-нибудь в магазине было? Так, 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 а это что? Опа. О, да ладно, нихуя себе. Откуда такая щедрость у разработчика? Что он две аптечки подряд мне задарил. Так, 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 так. О, понятно. Это, думаю, откуда сквозняк? Я чуть не очень понимаю, куда мне надо задриснуть отсюда. О! Наш пассажир, кажется.
Зачем она нападает, нападая и издает такой звук? Так, вон там посмотри. Да, да, посмотри, посмотри. Ладно. Ну что, подождать, пока не посмотрит? Еще одного вальнуть можно, нет? Сука, револьвер с одним патроном. Он, наверное, блядь, шел застрелиться куда-нибудь. В каком-нибудь уголке тихо застрелиться от тоски. Воин, блядь, одного патрона. Куда? 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 Ой. Долго он соображал. Блядь. Опять один патрон. Вы чё, блядь? Да ёбаный в рот. Куда ты нахуй? Ялан пойдет. Опа. Велик, смотри, можно на велике по сугробам уйти. А, боже ты мой. Так, давай его бутылкой. Розочкой его давай заколем. Я чуть не врубаюсь, а где этот пациент? Многие спрашивают меня, почему я не пользуюсь слухом в этой игре, потому что я не очень люблю вот такого рода функции, которые являются, по сути, прикрученным к игре Валхаком. Это, ну, во-первых, это чит какой-то, во-вторых, нихуя неправдоподобно и нереалистично, что главный герой обладает какой-то суперспособностью. Блять, ну куда он? Сюрприз, мадафака. Давай, опять один патрон, и я пошла. Ни одного патрона. Понятно, почему он стрелять перестал. Так, что еще? Да у них тут на территории можно бутылок пособирать, я не знаю. И в список Forbes просто войти, блин. Ворваться, бля. Так, вон они что-то тут бегают. О! А ты у нас кто такой? По колено в сугробе. Здравствуйте, гражданин. Чем мы залипли? Ой, один патрон. Мой любимый лут, господи. Зарядила? Быстро она справилась с перезарядкой. Так. Следы вообще остаются. Почему они по следу по ее не идут просто-напросто? Тут даже не надо быть каким-то выдающимся следопытом, чтобы увидеть следы 35-го размера, сука, на снегу. У нас проблема, и мы ее... Зараза! Какой ты глазастый, мэн. Прикрой, я иду. Блять. Сука, вечно эти негры сзади подходят. Один держит, а второй еще и стреляет. Нихуя вас тут. Это я, блядь, крайне неудачно зашел. Я что-то не думал, что они там такой кучей ходят. Тогда нахуй это окно. Подстава ебаная. Спокойно, она не кусается. Говорю же, у нас могут быть проблемы. У нас проблема, и мы ее решим. А теперь соберитесь. Будем искать. Да, да, она не кусается. Давайте, давайте, расходимся, расходимся. Освобождаем проход. Все нормально, все нормально. Куда идти? Все нормально, все нормально. Никого. Надо, наверное, идти туда, где бочки горят. Они же должны были мне хоть как-то маршрут здесь пометить. Атмосферно. Ищем дальше. Поищу там. Проверь вон там. Где они? Я тебя найду. Где они? Кто они-то? Вот они. Ты бандитов ищешь? Мы их нашли. Сейчас вот еще одному нож в почку всадим.
Блять, очень громко она убивает, очень. Блять, я же говорю, ёб твою мать. Сука, это кто ж такой стрелок тут, а? Прикрой меня! О, нет. Блять, давай в щель, ты пролезешь, ты худая. Ищем ее! Цепью! О, черт! Пошли нахуй, дебил. Блять, а куда идти-то надо, ёб твою мать, а? Иду туда. Проверь внизу. Ты отсюда не выйдешь. Как ему сейчас по башке не попал? Вижу я! Увидел. Ну с находкой тебя, придурок. Сука. Я смотрю, вы хотите перестрелок убить? Эти негры такие тупые. Ну камон, блять, ну почему тупик-то здесь? О боже. А, вон оно. Ну, игра, пора дать мне аптечку. Чётенько. Сколько у них кухонь, мне интересно. Я, кажется, с одной кухни убежал перед этим. Бегал 2 часа по их деревне и попал куда? Блять, на вторую кухню. Отлично вообще. Не, ну их тут, конечно, много. Но достаточно было бы вот этой кухни. Посмотрите, какая она здоровая. Что? When we are in need, he shall provide. Я вообще не знаю, что это написано. Когда мы нуждаемся... Вообще хуй поймешь, что это такое. Provide, блядь, или provid. Мы такого на английском точно не проходили. London Capital of Great Britain, блядь, a pencil, a table, урок окончен. Стейкхаус. А в этом стейкхаусе... Странно. Почему этот стол обугленный, если здесь нет пожара? Тебя легко найти! Да чё ж ты раньше-то не нашёл-то, да, умник? Как это ты? Ну и ладно. Ну, не убежишь. Но он и тупой, блядь. Ключи-то. Вот они, у меня. Слышь, ключи-то. Ты не заражена. Зараженные так за жизнь не цепляются. Нужно добыть ключи. Ну, нужно подкрасться к нему и завалить его, как свинью. Так в чем дело, эй? Ну нет. О, еще хилка, ничего себе. Походу он какой-то мини-босс тут, да? Ну да, он мини-босс этой мафии. Прости, что так вышло тоже. Мне правда жаль. Но знаешь, все ее части пойдут в дело. Ах ты мудак. Как жаль, что ты убила Джеймса. Он был хороший парень. Он просто делал свою работу. Ага. На самом деле, потери даже пойдут на пользу нашему сообществу. Меньше ртов. Да, Джоэл... Выжившие сильнее. Джеймс тоже, видимо, в дело пойдет. Ну все. А почему ты его не зарезала? Блять, какой он отвратительный стрелок, это пиздец.
Все будет хорошо. Нихуя ты, ёбс, рука. А, то есть и тебе похуй, да, что тебе нож только что в горло воткнули? Ты всегда меня удивляешь. Соси ты ногу, тварь. Блядь. А вот ты где. Ты в упор не попал, как ты можешь попадать? О, блядь. Ебанутый с тесаком. Да, блядь. С такой точностью твоими руками только хуйца одрочить. Мне это напоминает Manhunt, где я свинку с бензопилой убивал ножом. Блядь, он не может справиться с маленькой девочкой. Это пиздец, какой позор. Папа. Опа, в почку. Беги, зайчик, беги. Я-то побегаю. А вот ты хромай, сука, хромай. Ну пиздёж полный, блядь. Здравствуй, Элли. Как увидел-то, блядь? Опа. Он, наверное, перданул, раз она его увидела. В засаде. Ты охуел? Ты смотри, что он исполняет. Блять, и бросить-то нечего. Ну давай, давай, режь его нахуй, расчленяй его. О, да он дзюдоист со стажем, смотрю. Какой бросок выполнил. Что? У меня, блядь, джойстик пожелтел. Мне что, урон засчитали, что ли? Это ж кат-сцена была. Чушь какая-то. А, это Джоэла переключили. Это Джоэл у нас тут на ладан дышит. Блять, все мороженое пожрали, суки. А это что за турист тут со стрелой? Ой, блядь. Сюда идут злые нигеры. И мы не знаем, где она появится снова. Не прозевайте ее. Good evening. Тихо, тихо. Может, пах... Да-да-да. Извини, братан, не хочу дослушивать твое предложение. Я тороплюсь как бы. Непонятно, почему у меня в руке вот этот ствол появился. Алло, ты живой? Какаю! Не ходи сюда, я сру! Дядыш! Пизда вообще, блядь. Нахуй пистолет и косое говно. Ну? Ёб твою мать. Вот здесь! Ништяк ты живучий. Наверное, зарядку по утрам делал 10 лет. Блять, вот это жестче, сука, внезапно. Скример. Ничего не скрафтить, ёб твою мать. Охуенные наборы. У меня нет ножей, чтобы даже дубину сделать. Ну, это, видимо, их уже последние войска, какие-то голодранцы. С ножками от табуреток, блядь, пришли воевать. Так, огнемет мне, походу, вряд ли пригодится.
Ты хочешь по-плохому? Кто это говорит? Ах ты, сука. Вот тупердяй. Я слышу, как Джоэл дышит, стонет, блядь. Да. Борьбой надо было заниматься, чувак. Может, спасло бы. А у них тут тревожный колокол, я смотрю, звякает, да? Блять, а где пароль от сейфа? А, он неоткрываемый. Ну, хоть тампоны какие-нибудь найти, блять, полечиться там, не знаю, дырку пулевую заткнуть. Порядок. Да. Чуть такое. Дымовые бомбы. Да в очко себе свои дымовые бомбы. Сука, не... И аптечки нету, заметьте. Даже там, где, казалось бы, она просто обязана быть, ее просто нет. Нахуй я буду эти бомбы какие-то дымовые делать? О, блядь. Вот он! Давай, 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 блядь. Ты за все ответишь. Две стрелы в ногу и вопрос улажен. Я думал, они там все за Элли гоняются, а у него, смотри, стоит еще на посту тут. Это не разбойники, это какие-то дебилы, блядь. Они даже за ребенком уследить не смогут. А, блядь. Мне кажется, здесь реализовано то, что они в этом тумане просто сами не узнают, на кого наткнулись. Так, там кто-то пробежал, но... Бля, меня сейчас реально комар укусит и пизда мне. Я умру от потери крови тут же. Последние 3 грамма, блядь, на организм. Даже из пальца кровь бы сдать сейчас не смог, наверное. Помер бы. А куда труп делся? В снег закопался, что ли? Вон еще там кто-то ходит, ёб твою мать. Ой, в горло хорошо. С таким бульканьем мелодичным. Он умер. Да? Что с ним случилось? Да, стрелой поперхнулся. Стрела поперек горла встала. Блять, аптечку, аптечку. Пол царства за аптечку. Ну, пожалуйста, ну одну, блять. Ух ты. Джоэл, смотри, новые ботинки. А то у тебя уже, сука, скоро расклеится рюкзак Элли. Ну, открой, может, у нее аптечка там была, нет? Что за хрень? Откуда здесь вещи Элли? А как ты думаешь? Журнал учета мяса? 224,
2300, вот это да. 1,5 тонны, это уже лучше. 109, маловато будет. Что это такое, блядь, с говна? Все и так поняли, что они людоеды. О, боже. Подтухшее мясо едят. Блядь, и ни одной стёлки с сиськами, ёб твою мать. В их меню были только мужики, да? Блять, пусто. Ну, блядь. Джоэл, может, ты кому-нибудь там эту, чью-нибудь ногу обглодаешь, полечишься, а? Ну, они же он едят и ничего, он какие здоровые бегают. А ты, ну серьезно, сейчас, блядь, помрем. Твою мать. Эли. Да, где пожар, там, значит, Элли, что ли? Что-то тут как в «Игре престолов», смотрю, кадры скачут. То про одного героя, то про другого. Хоу. Ой, ладно, блядь, он тебя взял за волосы и бросил. Это не повод... Вот так вот ползти, как будто ты, блядь, на скорости 100 км в час в столб уебалась. На мопеде. Без шлема. Знал, что ты бойкая. Ладно, сдавайся. А вот по тебе не скажешь, что ты бойкий. Окей, сдаюсь. То есть нет. Не в твоем стиле, да? Бьешь ты, как, блядь, моя бабушка. Давай, умоляй. Пошел ты. Самая умная, а? Думаешь, ты меня раскусила? Ты не представляешь, на что я способен. Блять, какой он бездарный хуесос, это нечто. Абсолютно никчемный уебан, блять. Стой! И это их лидер. Тише, это я. Смотри. Это я. Он хотел. Солнышко. Что он хотел? Съесть тебя? Ничего. Ну, как-то тут все очень притянуто за уши. Я, блядь, я думаю, что здесь надо было несколько уровней отдать на разработку чувакам из Red Barrels, которые делали Outlast. Они-то знают, что к чему. Здесь бы и трупов было побольше, и драма была бы. А так все, ну, слишком сказочно получилось, что девочка, блядь, вырвалась, убила кучу народу и главаря еще один на один выстегнула. Ну, олень, да, ничего. Элли! Ты слышишь? Нет. А что? Смотри, больница. Конечная остановка. Ты слышишь? Пойдем, детка. Нет, а что? Песня. Ты слышишь? Туннель-ист. Чуешь, какой ветерок? Раньше в такие дни я сидел на крылечке и бренчал на гитаре. Вот закончим со всеми делами, научу тебя играть на гитаре. Блатные песни. Я думаю, тебе понравится. Да, Владимирский Централ. Что скажешь, а? Ты что, уснула? Чего? А, да, с удовольствием. Голуби летят над нашей зоной, золотые купола. Я научу тебя играть всю эту классику. Пацаны одобрят, по жизни пригодится. Даже если будет полная жопа, всегда сможешь сесть в каком-нибудь переходе и избацать что-нибудь душевное. Дом на колесах, а, обалдеть. Всегда хотел дом на колесах, когда был маленький, потом перехотел.
Потом я захотел дом на берегу моря. Море, кому нужен дом на колесах, если можно жить в шикарном строении? Что у них тут, семейное фото? Какая милая у него была жена, наверное, да? Да, наверное, жена. Ну вот. И что с ними стало? Они решили внезапно совершить групповое самоубийство. Они ехали на своем трейлере. Такие, о, ну тут пробка, блядь. Надоели пробки, давайте убьем себя. Ну давайте. North Salt Lake City. Да, я говорил, я что... Я вчера летала во сне. Растешь, значит. Пойдем. Да. Сомневаюсь, что в этом мире сохранилась хоть одна баночка растишки, а, поэтому... Фигня, дурацкий сон. Хочешь расти, летай во сне. Stanley Import, Export and Company. Да, опять потрясающе прорисованные машины. Они здесь подвсюду. Прямо глаз не отвести, боже мой. Так. Ну ты подумай, куда не придешь, карантинные зоны заброшены. Ну, ваша зона была еще, видимо, нормалечек. Вас там кормили, охраняли. Че вы выебывались вообще, не понимаю, жили бы себе. Так, тут всяко что-то должно быть спрятано. Всяко-всяко, ни хрена тут нет. Тачки пожгли. Тут что? Война шла какая-то, что ли? Обалденная. Вот больница, о которой говорилось в записи. Пойдем, Элли. А почему цикады? У них что, своя карантинная зона была целая, что ли? О, Брэдли с пушкой. Блять, почему в Армате нет Брэдли с пушкой, есть только Брэдли, блять, с каким-то куском говна. Ты там лезешь, кулечек мой? Логан Джеймс Бас. Чё на... А, стейшн, наверное. Автобусная станция. Шедевралити. Может, тут срежем? Смотри, как бы вас тут не срезали. Вообще, в принципе, насколько я помню, тут остается сюжета на две не очень длинных серии, поэтому я думаю, что надо здесь по большому счету закончить. Торжественный побег завершен. Зачем-то здесь стекло, которое издает звук, когда по нему ходишь, хотя стелса никакого здесь нет. В общем, что-нибудь жмите. Элли, а где эта маленькая... О боже. Что, опять потерялась? Да не. Блять, а где она? Да ладно, и хрен с ней. Все, пишите, жмите.